Богиня Люевшлиц, спасибо большое. Текст доната. Привет. В прошлый раз, слушая Налича, ты сказал, что любишь, когда мясо. Я, на самом деле, тоже люблю настолько качественного металла, как этот. Сейчас матерное слово, ну, имеется в виду, нету. Отсутствует. Хрен. Да, и запись за 300 уже. Ну, во-первых, да, надо это ловить момент, когда по 30 я делаю, тогда скидка снова есть. Скидка, это я условно говорю, конечно, на самом деле вы мне дарите деньги, и я просто в благодарность за это как бы что-то делал. Ну, смотри, насчет того, что я сказал про мясо, я не имел в виду, что это обязательно тяжелющий какой-то металлыч. Cannibal Corpse, блин, мне у них нравится песня как-то Death in City Fight, она, по-моему, называется, но прикол в том, что, нет, они клевые, прикольные, там, не знаю, бодрые, мне нравится, ну, то есть мы сейчас дослушаем это будет абсолютно не впадлу сделать. Но у них же все песни для меня плюс-минус одинаково звучат. То есть врубил вот это вот. Все, идет жирочек какой-то. Вот. Под мясом я имею в виду, что у Петра Налича совсем уж какая-то музыка такая, вот прям она вся... Она даже не софт-рок, она как будто, вот как говорю, как Radiohead, прям совсем мягкая какая-то вся, вот размазанная такая, да. А мне хочется, чтобы всегда было, ну, хоть немного бодрости какой-то в музыке, хоть немного, чтобы... Плюс-минус любая музыка, которая просто не сделана уже... Так вот, умирающая... Мне нравится. Некоторые умирающие тоже нравятся, но, опять же, есть баллады красивые и бодрые при этом тоже. То есть, это не значит, что я не люблю тихую мелодичную музыку. Просто, если уж совсем возня какая-то, совсем... Вот развязение соплей, и при этом оно еще и не очень супер красивое и интересное, то мне не по кайфу. А так вот там, не знаю, поле чудес. Ну, я рандомлю просто вот аудио свои. Там какой-то панкич... Вообще, рэпчик. Все равно она бодро все идет, да? Какая-то долбежка электронная, дурацкая. Какие-то, по-моему, группа знакомая, клоны Alice in Chains такие, типа, но только... Да. Кайфово. Finger Wave называются, кому интересно. Стигмата, блин, вообще. Creed группа. Конечно, альтернативного рока, там всякого постгранжа много. Гранжика. Вон, Ленинград, Weezer. Вот, и как бы Cannibal Corpse, Gachi Mix он есть. Cannibal Corpse тоже отличная, они есть у меня в аудио, но один трек, потому что остальные плюс-минус такие же. То есть, как бы Напалм Жопыч и так далее. Прикольно. Сиськи или жопы? И сиськи, и жопы. Все надо, чтобы было. Я как бы полумеры меня не устраивает. Searching for people they can kill.
Ну, еще раз, для меня одинаковые. Конечно, есть люди, которые как бы слышат невероятно огромную разницу между вот этим треком и тем, который врубил я другим. То есть для них принципиально важно, что здесь барабаны долбят дуба-дуба-дуба-дуба-дуба-ды-ды-ды, а здесь они долбят да-дуб-дуб-дуб-да-да-да-да-да. Типа там, не знаю, как-то так. Естественно, разница есть. Естественно, как бы, понятно, не, ну... Для меня эта музыка однотипная. Ну, просто гроул, рандомные гитарные рифы в примерно каком-то настроении. Смена темпа, то есть здесь, допустим, так, потом чуть дальше пластухи там или еще что-то. Здесь, вот здесь такое, там, здесь вот такое. Это здорово, это прикольно. Я люблю послушать, короче, иногда там по одной песне, по такой, по сякой, не знаю, какой-нибудь адский кококор, там, не знаю, вот это вот все там. Не знаю, там хактивист мне нравится, еще что-то. Но. То есть вот, из там пожилого всякого, это у нас Cannibal Corpse, если не ошибаюсь, это типа классика death metal, да, что-то такое. Да, Brutal Dead, окей. Что-то по чуть-чуть я слушаю, и то есть имею представление, соответственно, об этих жанрах. Вон там Dead Grind даже у них относится. Но прикол в том, что для меня плюс-минус любой трек этого жанра звучит одинаково. Для меня плюс-минус также джаз, например. Ты врубаешь, ну и типа он кайфовый, но он весь одинаковый. Относительно. Ну, хотя бывает и не кайфовый тоже. Например, босанова какая-нибудь противная. Вот. А так в целом джаз как бы классно, но это не то, что ты хочешь просто вот прям переслушивать, вдумываться, кайфовать с каждого момента и так далее. Вот. Для меня. Там вот Пол Тровер нам донатили, же вообще говно волн. Кто-то играть не очень хорошо умеет, типа, постоянно, и это прям слышно, ну, насколько же, вот, что ж такое, вы в одну ноту не можете попасть, ну, как так? Знаете, вот, как барабанщик Каркас, помните, то есть мы смотрели лайф, и там была печаль. Вот, Brutal Dead, не знаю, что там вообще относится, помимо корпусов. Dying Fetus что-то точно кидали, смотрели. То есть, вот для меня так. Вот и вся, в принципе, весь ответ. Плюс-минус долбежка, плюс-минус рандом. Именно кому-то принципиально кайфово и важна последовательность, там, не знаю, типа... То есть, а для меня это, ну, типа, то, в какой момент он там убрал палм-мьют и в какой момент какой риф произошел, как бы... Если все плюс-минус-то одно и то же. Вот мы 3 минуты слушаем, здесь нет такого, что хоп, и посреди песни какое-нибудь просто необычное что-то, от чего я удивился и услышал что-то непривычное, незаурядное относительно этого жанра. Такого нет. Ну, честно. Просто то есть как бы стандартно. Но я, в принципе, мне, ну, меня не раздражает такая музыка. Мне неприятно ее послушать. Я с удовольствием ее там врубаю на стриме. Но, во-первых, да, когда я имел в виду про бодрую музыку, я говорил не про это, не только про металл, про мясо. Я сказал мясо, но я имел в виду просто, ну, блин, чтобы, сука, ударяли хотя бы нормально как-то в свои инструменты, в барабаны, и чтобы в гитаре как бы не ковырялись там что-то тихонечко, легонечко, а типа, ну, блин, вжарили. Это не обязательно такая музыка, такая тоже, но меньше. Вот, спасибо большое за донат, мое почтение. Ну, надеюсь, кому-то было интересно. Можете писать, кто что думает, типа, в комментариях. И то, что мне понравится, и то, что будет вежливо, я пропущу обязательно.